сотрудников. Сразу два проекта реализует в Мангыстауской области казахстанская нефтесервисная компания «Казпетродриллинг». В регионе начинается строительство завода по выпуску трубной продукции, что позволит увеличить долю местного содержания и импортозамещения. На масштабном производстве создадут 570 новых рабочих мест. Параллельно «Казпетродриллинг» строит в Мангыстау завод по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг. На этом объекте будут трудоустроены еще более 300 человек. О новых экономических и социальных прогнозах развития региона в материале моих коллег. Мангистау – регион молодой, со стремительно развивающимся промышленным кластером. Не случайно сюда вливают большие объемы инвестиций известные во всем мире компании. За последние 5 лет в Мангистаускую область привлечено более 4 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. Успешно реализованы проекты в самых разных сферах с участием транснациональных компаний. В регионе прорабатываются крупномасштабные проекты. Освоение месторождений Каламкас моря, Хазар и Ауэзов, строительство завода по производству зеленого водорода компании Свейвинг. Сегодня в регион привлекается еще один значимый проект. В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китае подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве представителей Казахстана с деловыми кругами КНР. В итоге одним из новых совместных проектов станет строительство завода по выпуску трубной продукции. Привлечено порядка 200 миллиардов тенге. Мажоритарным партнером стала отечественная компания «Казпетродриллинг», заключив сделку с двумя китайскими инвесторами. К концу года уже будет проект готов. Техоизыскания все идут. Территория 70 га уже нам выделена в поселке Хорок. Все подводы хозяйственные, это электричество, вода, дороги, все уже определены совместно с областным акиматом и акиматом Ералиевского района. Все определены. Ну, в 2026 году планируем так закончить его. В компании «Казпетродриллинг» не сомневаются в конкурентоспособности нового производства. Потребность только в Мангистауской области составляет 110 тысяч тонн труб. Ежегодно на заводе будут производить до 250 тысяч тонн готовой продукции. Это насосно-компрессорные и линейные трубы. Локация нового завода в Каракианском районе предполагает поддержку в развитии сервиса. У местного населения появится возможность оказывать транспортные услуги, аутсорсинг, развивать малый и средний бизнес. Это, скажем так, точка роста Каракианского района, поэтому там перспективы большие для логистики, для транспортировки. Будет задействован и ряд смежных отраслей экономики. Кроме того, «Казпетродриллинг» выделяет более 17 миллиардов тенге на строительство завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг. Дислоцироваться предприятие будет в городе Жанаузене. Завершение строительства проекта запланировано на конец 2024 года. Ожидается, что производство придаст дополнительный импульс экономике региона, создав больше 300 рабочих мест. Жанар Масугутова, Мухаммед Шаткам, Атамикен Бизнес.